Папа Римский Франциск совместно с экс-капитаном миланского Интера и сборной Аргентины Хавьером Санетти организовал благотворительный межрелигиозный футбольный матч в поддержку мира в секторе Газа. Накануне матча Папа Римский встретился с несколькими экс-футболистами, в том числе с Диего Марадонной, Роберто Баджо, Карлосом Вальдерамой и Александро Дель Пьеро. Футбольный поединок прошел в Риме на стадио Олимпика. Команды были названы в честь благотворительных фондов, которым помогают понтифик и Санетти. В составах команд можно было увидеть как действующих футболистов, так и звезд недавнего прошлого. Возглавляли коллективы Арсен Венгер, главный тренер Арсенала, и Херардо Мартино, недавно возглавивший сборную Аргентины. В общей сложности в матче приняли участие 50 человек. Среди них были представители различных конфессий.